Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Сейчас я покажу вам, как добавить аккаунт на этот телевизор. Итак, вначале открываем настройки и нажимаем аккаунты и вход. После этого нажимаем войти. И тут важный момент. Если вдруг у вас нет, скажем так, пульта, как у меня вот такого вот, да, то есть у меня есть стандартный, и есть дополнительный, который работает по Bluetooth модулю, для того, чтобы можно было вписывать текст, пароли и так далее и тому подобное. Поэтому я должен переключиться на него. Вот я переключился, собственно, на эту клавиатурку и буду использовать ее в качестве инструмента для вписывания, собственно. Поэтому, если у вас нет, тогда с помощью Android-телефона, либо же компьютера на Windows, вы можете управлять вашим телевизором тоже. Я выбираю использовать пульт. И вписываю. Отлично, мы с вами вписали пароль и вошли, собственно говоря, в наш с вами аккаунт. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!